Ребята, привет! Привет-привет! Нас зовут Долженко, Антон и Ирина. Молчать не можем, потому что сейчас на дворе апрель 2020 года, и это время для многих непростое. И многие сейчас задумались, что же делать, что делать на будущее. Слушайте, пишем видео вам на телефон, потому что, ну, как вы знаете, самоизоляция. Решили это сделать самопально. Видео про покупку автомобиля нашей мечты. Я даже скажу больше. Получить в подарок такую машину от компании — это то, что мы сделали уже один раз. Вот машина, которую мы получили по этой автопрограмме в 2015 году. И вот машина, которую мы получили несколько недель назад. Возможно, вы подумаете, что инвестиционно, может быть, это не самый мудрый поступок. Есть такое понятие, как инвестиции в безопасность. А сколько может стоить ваше удовольствие, ваш кайф, когда вы просто ощущаете всю премиальность этого бренда? Ребят, у нас семья большая. Мы мечтали о том, чтобы у нас был автомобиль 7 мест. И, конечно же, кто, как не шведы, сделают это лучше. То есть то, что нужно для жизни, для семьи, для детей. Мне это очень нравится. В нашей семье машину водит Антон. И мне, конечно же, очень хотелось, чтобы машина была для него очень крутая. Поэтому это был осознанный выбор. То, чего ты достоин. Наверное, не так много семей, где жена уговаривает мужа купить дорогой автомобиль. Автомобиль, который говорит тебе: ты уже очень многого достиг. Поэтому, да, мы стремились к этому, и мы очень рады, что именно с компанией Oriflame такая возможность у нас есть. И она была не первая. Если вы думаете, что я первый год в Oriflame, почему у меня нет такого автомобиля? Конечно, это большая работа, и это планомерная, ежедневная, кропотливая работа. Да, это у нас машина не первая, у нас первая была трамвай. Абсолютно... Трамвай. Первый у нас был трамвай, ну да, конечно. На свече. То есть мы не родились директорами в Oriflame, мы начинали точно так же, как и вы, с 3%. Транспортные пути работают. Нас приветствуют. Вот когда-то на таком ездили на учебу, потому что мы сами в город Барнаул приехали из города Рубцовска учиться в медицинском университете. Я по специальности врач-стоматолог, а Ирина у нас по специальности врач-провизор. Во время обучения мы после учебы ездили по встречам, до учебы бывало тоже, создавали свою команду. И в то время, когда закончили университет, доход в Oriflame превышал в 10 раз доходы врача. И это был аргумент. Ну, давайте, может быть, внутрь заглянем. Да. Комфортность и премиальность, и красота. Расскажи, дорогая, но ты же там больше всего балдеешь от панорамной крыши. Ну, вообще, больше всего я балдею, конечно же, от свободы в жизни. В том, что мы выбираем, где работать, когда работать. И, конечно, для меня это символ вообще сотрудничества с Oriflame. Это именно свобода. В том числе и финансовая. Мир, он больше, возможностей больше, чем нам кажется. Для меня это панорамная крыша. Да, ну давайте, пойдемте внутрь. Заводится машина вот с такого вот интересного ключа. Естественно, все полностью, все функции, все регулируются вот с этого тачскрина. Выбор режимов, такой вот бриллиантик. Эко, комфорт, персональные настройки для джигитов. И внедорожник. Ну и сама паркуется. Нажимаешь кнопочку. Да, для девочек это тоже аргумент. И взглянем. Да, вот я говорила, как посмотреть деревья. Ну что, может, прокатимся? Ритмо.
No son ni Reebok ni son Nike, no. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Soy tóspero y tengo claro que es mi culpa, es mi culpa, culpa. Ja. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como...